В оперном театре Бостона проходит яркое красочное представление труппы «Шинь-Юнь». Выступления артистов вновь приносят наслаждение зрителям. Это захватывающее представление. Все движения согласованы, великолепная координация. Оно напоминает мне игру опытной футбольной команды. Концерт классического китайского танца и музыки некоторые зрители увидели впервые. Представление нью-йоркской труппы «Шинь-Юнь» окунуло их в древнюю историю традиционного искусства Поднебесной. Возникло такое ощущение, что я нахожусь в классе на уроке истории. Я многое узнала о китайской культуре, и она мне очень понравилась. Я думаю, что древняя китайская культура очень богата. Мы с уважением относимся к ней и любим ее. Я узнала кое-что новое о китайском традиционном танце. Но не только танцы, музыка и пение также до глубины души взволновали зрителей. Представление было действительно очень хорошим. Мне понравилось. Понравилась музыка. Оркестр и певцы великолепны. Голоса сильные и красивые. Это как раз то, что мне очень нравится. Я замечательно провел здесь время. Мне хотелось бы посмотреть все представления, все пять. Я просто потрясен выступлением. Мой спутник рассказал немного о концерте, но на самом деле он оказался более впечатляющим, чем я ожидал. Местный кинорежиссер по-своему восхитился представлением «Шинь-Юнь». Каждый номер – это небольшая история, и все они великолепно сочетаются. Следующие концерты «Шинь-Юнь Перформанс» пройдут в Атланте, столице штата Джорджия. NTD, Бостон, США.